Здравствуйте, друзья. 3 недели мы не были на даче у нас. И как-то я даже соскучился, честно. А за это время тут расцвели вот эти кусты. Честно говоря, они болели. И мы поменяли садовника. И вот он, который новый, он как-то их подлечил. И вот они, видите, таким махровым цветом. Я, конечно, не скажу вам, что за куст, как называется. Это выше моего, так сказать, сознания. То есть даже если вы мне скажете, я все равно забуду, но так вот красиво. Тут такие вазоны, мы их покупали какое-то время назад. Весь тут к ним еще полив идет, вот трубочка. И вот там сзади тоже полив. Тут такой был дяденька, нам помогал выбирать. Контрактор мексиканец, вот, и вот он так нам помогал. А здесь слева что-то не получилось, там суслики что-то сожрали, я не знаю, тут, наверное, что-то росло. Ну да, вот вы видите, тут что-то росло и полив, вот, но надо, наверное, посадить что-нибудь новое. А тут, наверное, ягоды были какие-то, да, или что это, я даже не представляю. Или тоже цветочки. В общем, так вот все это выглядит. У нас там доски выпадают в заборе. Мы все так ждем, когда нам тут починят. Уже 2 доски вышибло. Ну, ё-моё. Да, надо. Забор старый, знаете, надо бы вообще, наверное, его весь поменять. Вот сосед, видите, вот у нас тут с этой стороны есть сосед. Вот он себе поставил новый. Да. А мы еще нет. Ну и лимоны, конечно. Вы видите, дерево мне по пояс. Наверное, даже ниже, чем мне по пояс. Но, понимаешь, тут такие красавцы. О, да. И оно еще цветет все время. Видите, там вот бутончики. Оно круглый год цветет. Я не знаю, что за сорт такой. То есть мы просили нам посадить Мейерс. Но явно это не то. Он и толстокожий. Мейерс у нас... Во дворе растет. Толстокожие красавцы. Мы со Светой вот только что парочку выдавили в кружку и кипяточком развели. А! И попили. Вот такие дела. Хорошо, знаете, я сейчас лучше понимаю моих родителей, которые любили ездить на дачу. Я никогда не любил. А они такие возвращались. Миша, я говорю, ой-ой-ой, не надо. О, цветочки. Хорошо.